Всем привет, друзья, с вами Андрей Беттер, и сегодня я хотел бы поговорить о PvP-лиге Warface. Итак, что же это такое? Новая лига, новые возможности. Если же ты новичок в игре, или же просто новичок в PvP, то тебе, наверное, стоит это попробовать, и если ты не выиграешь, точно получишь удовольствие, потому что PvP-лига — это как турнирные игры среди киберспортивных команд, киберспортсменов и всех таких людей, короче. Вот. И что же для этого нужно сделать? Что же у вас может из этого получиться? Давайте посмотрим. Итак, не первый год с вами продолжаем писать турнирную историю проекта. Все знают, что Warface уже много лет занимается киберспортом, и на сцене этой игры появляются много всяких киберспортсменов из разных стран. И очень много болельщиков, около 3 миллионов уже из разных стран этой игры, приходят на турниры, приходят на стримы, смотрят, болеют. Итак, пришло время сделать следующий шаг. Мы объявляем о скором открытии новой PvP-лиги. Каковы ее цели? Киберспортивная составляющая должна стать более прозрачной и открытой для новых игроков, чтобы каждый желающий смог комфортно заниматься любимым делом. То бишь, если ты мечтаешь попасть в лигу какую-то киберспорта, в какую-то команду киберспортивную, либо в какую-то организацию киберспортивную, то PvP-лига — это специально для тебя. Опытные бойцы должны перейти на профессиональный уровень игры, сделав киберспорт своей основной работой. Если ты отличный боец и хорошо справляешься в команде, то, братан, отвечаю, эта лига для тебя. PvP-лига поможет вам проявить себя и даст возможность получать гарантированный заработок в киберспортивном Warface. Что же такое PvP-лига? Это первая профессиональная лига Warface, созданная для киберспортсменов и клубов. То бишь, вы можете играть как один, можете играть как своей командой. Что за клубы? Это профессиональные спортивные организации. Организации — это команды по разным играм. То бишь, есть по Warface, есть по CSGO, есть по Dota, а есть по World of Tanks и так далее. Это называется организация. А киберспортивная команда — это команда одной игры. Итак, благодаря лиге игрок сможет получить множество преимуществ. Контракт с крупным клубом и стабильная заработная плата. То бишь, если вы себя проявите, все свои навыки и нигде не замкнетесь, то вы можете попасть в крупный киберспортивный клуб, либо киберспортивную организацию. Комфортные условия для тренировок. То бишь, каждый день у вас будут тренировки отдельно от всех игроков. Вы будете тренироваться на своей киберспортивной площадке и всего такое. Возможность сражаться с сильнейшими киберспортсменами за чемпионские титулы, призы. Это вы, вы сможете попадать на Open Cup, если ваша команда будет тащить. Регулярные матчи на сцене. Шанс стать настоящей звездой. У вас будет много фанатов. Проявить себя. Это понятно, что вы должны себя проявить. Но поскольку система будет переработана кардинально, мы решили уравнять шансы всех игроков в Warface, не учитывать результаты прошлых состязаний. Очки рейтинга впервые начнут начисляться за сражения в командном турнире Kiwi. Это новая DLC от Warface, типа абсолютной власти, зимняя охота и так далее. Надеюсь, вы его уже купили, потому что это будет реально крутая вещь. Итак, что делать сейчас? Просто ждать. Участвовать в командных сражениях Kiwi и просто ждать. Следить за новостями и смотреть, как играют другие киберспортсмены. Есть вот такая вот PvP-лига Draft, где даты проведения с 1 июля до 18 августа. Я уже зарегистрировался на этот турнир. Вы можете тоже. Ссылка будет в описании. Сайт PvE Лига. Профессиональная лига для лучших игроков Warface. Смотрим. Для игроков. Вот это вот и есть лига драфт, на которой я зарегистрировался один. Вас там будут собирать в команду рандомно игроков. И вы также будете попадать на рандомных игроков, которые будут в одной команде. То бишь, вы не сыграны ничего, вы будете просто играть в команде. И люди будут уже видеть, как вы играете в команде. Что от вас в будущем ждать? Для клубов. А есть еще клубная лига, так сказать, когда уже собранная команда играет против собранной команды. И там уже турнирная сетка, все дела и так далее, как в обычном турнире. Если ты хочешь появиться на профессиональной сцене,
появиться среди профессиональных игроков, то эта лига сделана для тебя, то я уверен, ты получишь много удовольствия, и ты затащишь, и ты станешь известным киберспортсменом. Так что давай, участвуй, регистрируйся, поставь лайк под видео, и пока, удачи!